подписчики и те, кто меня будет смотреть. Сегодня отчет третьей недели, как мы худеем с девчонками-блогерами и те, кто к нам присоединился. В общем, что я хочу сказать. В общем, все делаю для того, чтобы скинуть на этой неделе. Естественно, ходьба у меня, значит, по 10-12 километров. Потом, значит, я, как вы знаете, фитнесом занимаюсь, бассейн, сауна. Все я это делаю, продолжаю делать, стремлюсь к тому, чтобы похудеть. И тут я посмотрела старые записи Людмилы Ан. Людочка, привет! И что вы думаете? Я увидела, как она ходит, ходьба с Лесси. Я решила попробовать. С утра я прошла, значит, 2 мили. Это было что-то. Мне очень понравилось. Плюс я еще, знаете, как сказать, я вот так спотела. У меня прямо аж пот лился. Как вот я потею на сайкле, на велосипедах, да, вот. То же самое же было и с ходьбой. Я была в таком шоке, что вроде я там 33 минуты или 35 просто вроде походила, ничего такого я прям сверхъестественно не делала, а уже такой эффект такой прямо хороший был. Вот, значит, 2 мили утром прошла, и 1 милю я решила вечером, это минут 15 там с чем-то. Вот. Ну, что сказать, классно, я, наверное, буду ходить, полюблю эту ходьбу. А вот, и что хочу насчет сказать от весов. На этой неделе плюс 200 грамм. Я вообще, я в шоке немного, но я через это уже проходила, у меня был как-то неделя плюс 800 грамм. Это все ерунда, я по этому поводу не переживаю, что-то, видать, может в организме, что, может быть, я переработала, может быть, у меня накопилась вода от того, что в мышцах, может быть, там что-то, ну, как бы, я не знаю точно вот эту технологию, но, как говорят тренеры, что там, если ты переусердствуешь, то это тоже очень плохо, и бывает, что плюс. Ну, в общем, плюс 95 килограмм я сегодня стала на весы, но у меня еще что плохо? Я еще в том плане, что я еще в туалет не могу долго сходить, и мне кажется, что у меня там накопилось. Думаю, что когда в кишечнике накапливается, тоже большой привес, как говорится, остается. Ну, как бы, ну, это мое личное мнение, может быть, я не права, но почему-то я замечала, что после туалета как бы все очень хорошо, прямо килограммчики хорошо уходят. Ну, в общем, надеюсь, на этой неделе, уже четвертая получается неделя, у меня будет, ну, можно сказать, что не прям такой прям большой отвес, я уже не надеюсь. И у меня такое чувство создалось, что когда я вот стала участвовать в марафоне, я себя гоню, я себя как-то там, в общем, мотивирую, стимулирую и все такое, и у меня как бы стоит на месте, можно так сказать. А мой результат как-то вот, ну, не идет вперед. Да, первая неделя у меня была сколько там, 700 кило даже за 4 дня. Потом, значит, у меня вот 800 грамм, и вот эта третья неделя, значит, прибавка 200. Ну, все окей, все нормально, буду дальше идти к своей цели, потому что к лету мне обязательно нужно весить 80 килограмм. Обязательно. Это я уже себе такую цель поставила. Но вроде бы осталось-то всего 15, да, с одной стороны. Но эти 15 килограмм дадут мне хорошо над собой поработать, я это чувствую, это не первые там, когда килограммы уходили в месяц по 10, по 12 килограмм. Сейчас будет намного все сложнее, работа над собой вообще прям, думаю, что я буду себя прямо изнурять. Но буду, обещаю, буду. Может быть, рацион свой пересмотрю, ну, как бы, по идее, у меня рацион вроде как. Я бы не сказала, что там я много ем или там калорийно ем. Может быть, дать стресс организму стресс, чуть-чуть побольше калорий, может быть, добавить в свое питание. Может быть, организм уже привык к этому, то, что я ем. И, естественно, как бы у него застой получился. В общем, покажу мои весы с утра.
вы увидите видео после моей болталки. Так что вот, ну, с вами Ксюша Че. Все, пока-пока. До новых встреч. Все, ставим лайки, дизлайки. Лайки. Как Дуняша показывает? Лайки, дизлайки. Дизлайк, как показывает? Дизлайк. Умница, молодец. Пока-пока. Подписчикам. Пока. Да. И не подписчикам пока, кто нас будет смотреть. Молодец. Вау. Вау, молодец. Все. Прибавка.